Всем здорово, мужики, это мой новый ролик на моем YouTube канале. Сегодня я решил взлететь на My CSGO. У меня на балике 31 854 рубля. Этот баланс у меня остался с прошлого ролика. Мы там подняли плюс 14 тысяч рублей. Ну, в основном, благодаря тому, что мы из вот этого вот кейсика за 1400 рублей выбили перчатки за, они тогда стоили 62 тысячи рублей, вот эти вот. Но мы тогда прям очень хорошо купились в прошлом ролике. Надеюсь, сегодня меня My CSGO будет окупать абсолютно так же. Но можно, ну не, ну лучше, это уже я совсем оборсел. А давайте, Jame Time, 10 штучек, это традиция, начинать с данного кейса на 4180 рублей. Так, из первых 10 кейсов нам падает MP7 Дух Бездны, Калаш Азимов, отлично, MP9, но вроде благодаря Калашу Азимову мы должны быть в плюсе. 4400, плюс 300 рублей, не бешеный плюс, но ничего, самое главное начать видос в плюсе, даже в минимальном, ибо как ролик начнешь, так вы и закончишь, но вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на MyCSGO, вы можете при пополнении ввести промкод 35NIKILAR и получить плюс 35% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с кивасса, карты, скинами, криптой, как вам нравится, депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1350, вы со старта будете в хорошем плюсе. Ладно, полетели дальше открывать кейсики, на балике 32153 рубля, и давайте сейчас откроем какой-нибудь топ G 10 штучек на 7390 рублей. Мне этот кейсик выдавал уже ножик за... Он тогда тоже стоил 40 тысяч, а сейчас что-то все скины, я смотрю, просели в цене. Но сейчас, к сожалению, хотя выстрел в голову, пожелание на ночь. Ну, 4900, ну хреново, минус 3000 почти. Давайте еще 10 штук. Так, Dragonfire, тут 3 Dragonfire, охренеть. Я думал, даже 4, нет, 3, я думал 4. Так, 8100, ну а купил на 1000 рублей, неплохо. Но вначале слил больше, то надо как-то еще выдавать. Так, раунд, так, убийство подождено, неплохо. Океанское побережье, ну что-то как-то, ну 8900, ну жестче надо, все равно жестче. Потому что слил я вначале очень много. Ну ты, сука, сейчас вообще не выдаешь. Еще 10 быстренько также открываем. Ну, вроде опять дерьмо, да. Ну, давайте последние 10, если не выдает, то уходим с этого кейсика. Да, к сожалению, он мне не выдает. На балике у нас 26 тысяч. Мы уже выходим в минус. Надо как-то поосторожнее. Давайте Сквидвард. Говорю, надо поосторожнее, иду открывать супер дорогой кейс. Но плевать. Короче, 3 штуки на 6555 рублей. Так, за Сквидварда мне падает картель. Кайман, неплохо. М-ка не нора. Но Кайман, он хороший, по-любому. Да, но это все равно минус. Еще 3 штуки. Императрица, Цербер, Ненуар, неплохо. Еще давайте 3, надо жестче все равно. Так, плата за риск, Кайман, вот это уже хорошо. Да, 15 тысяч, вот это отлично. Так, ну наш начальный балик, мы камбэкаем. Уже отлично, давайте сейчас самурай попробуем. 4 штучки на 10400. Ага, а хотя цель найдена, как будто... Он до хрена стоит, на балике 39 тысяч рублей, наконец-то мне MyCSGO начал выдавать, отличненько. Давайте Porsche 911, 10 штук на 8660 рублей. Так, гипнотический калаш, хороший падает вроде как, но все остальное, ну 8300. Ну минус 300 рублей, можно еще 10 штук, то есть мы не в жестком минусе. Так, P90 хладнокровный пролетел, это обидненько, потому что он стоит до хрена, нам падает дерьмо, давайте еще 10 штук. Так, тут нам падает поток информации, пролетает, и нам падает калаш Кровавый Спорт, он дорогущий, еще и Тиму КОМ. Падает. Так, 14 тысяч, отлично, на балике 42 094 рубля, то есть мы уже сделали плюс 11 тысяч рублей к балику, неплохо. И я предлагаю сейчас BR Brick 3 штучки на 9501 рубль. Так, мне падает Дигл поток информации, неплохо, но вот эти два это хреново, если честно, да, 8500, еще 3. Так, поток информации, антиквариат 5600, еще 3 давайте. Красная линия, проклятие Анола, как будто, да, дорого, Апопа. Реально, Апопа, блядь, название? Ну, ладно, без комментариев. Так, на балике 39 тысяч. Давайте попробуем сейчас выбить ножик из майнинг-ножа, потому что я сегодня в майнинг-кейсы вообще не заходил. А майнинг-кейсы это одна из лучших категорий на MyCSGO, которая, ну, обычно меня всегда купает. То полетели сейчас по 10 штучек. Ну, раз 10 крутанем, пока не выпадет ножик. Ну, может быть, даже больше 10, говорю, пока не выпадет ножик. Так, это мы уже крутим четвертый раз, еще 6, но не факт, что я 10 круто, но maybe больше. Но хочу сейчас на 10 зафиксироваться. 5 падает, понял, еще 10. 4. Так, это уже 6 раз был по 10 кейсов, теперь 7. Ну, что-то, сука, не выдает. 8 раз. Понял, отлично. 9 разочек. Может, уже пора? Ну, что-то нет. Ну, 10-й разочек, не? Ну, что-то как-то... Блин, ну я весь балик сейчас, получается, слил. Не, еще покрутим. Ну, теперь надо отсюда ножик по-любому достать. Я слишком много балика слил. Мы сейчас возвращаемся к нашему начальному балику. Но мы уже вернулись. Ну, ты выдавать вообще никак не хочешь. Ну, что за проблема, я не понимаю. Вот ты, сука. Еще 10.
Еще 10. Да сука, ну ты можешь мне выдать ножик, но я тебя прошу, ну в чем проблема? Ну пожалуйста. Ну я уже больше слил. Я даже если выбью ножик, я с этого кейса уже в плюс не уйду. Пожалуйста. Вот ты сука. Ну я не знаю, обычно я отсюда ножики достану. Вот, наконец я по ленте событий вижу. Но не возникает такой бешеной радости, потому что мы слили больше. Давайте сейчас еще 3 раза таких тестовых. Вдруг сейчас сразу второй нож даст. Но плоховато, но он мне этот кейс сегодня выдает. Честно, ну нет, ладно, ладно, он мне... Все, нормально, вот теперь я доволен. Наваха патина падает на бальке 42 тысячи рублей, нормально, мы с этого кейса хотя бы выходим в плюс. Но говорю, майнинг кейсы бывает такое, что иногда прям долго сливает, но обычно, если их долго крутить, если их все-таки, ну, продолжать крутить, то они выдают. А дальше сейчас каваи 10 штучек на 8440 рублей. Так, тут нам падает распространение АВП, отличный Юс Мюнуар, предатель, хз, сколько он стоит? 9700, отлично, не бешеный плюс, но нормально, можно еще 10. Так, АВП распространение у нас пролетает второй раз уже, ну тут слабовато, да, еще 10 быстренько. Так, АВП не нуар, но все остальное плохо, 6400, ну сука, ну выдай что-нибудь жесткое еще разочек, пожалуйста. АВП, так, на, вот, вот сейчас хорошо, 13 тысяч, отлично. Мы выходим с данного кейсика в плюсе на балике 44 тысячи рублей. И я предлагаю сейчас открыть самурая, 3 штуки на 7800. Отлично падает, ну хотя 9500 с перчатками, я думал, больше будет плюс. Но самое главное, что окупает, отлично. А, давайте, Твиттер Реборн на 10 штучек на 11400 рублей. Так, тут падает брифинг, эска чистая вода, кстати, вроде дорого, красный глянец, но вроде хорошо. Да, 11200, а, минус, маленький минус, еще 10. Так, аквамаринка. Татуировка дракона. Этот блок один стоит очень дорого. Найс. 15 тысяч нам падает. Мы продаем. На балике ровно 50 тысяч. 50 рублей. И я предлагаю на этой прекраснейшей ноте заканчивать видос. Но, кстати, у нас еще есть майка из гупойнта. Давайте сейчас их потратим и будем заканчивать. Вот давайте Black Collection. 3 штуки на 680 майка из гупойнтов. Падает так себе. Ну, кстати, неплохо. Зато 50 тысяч укрепляем. Да нет, 1700. Кстати, хорошо упало. Я зря ноя. И также, мужики, напоминаю. Все, кто хотят покатать на майка из гу, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 35. 5% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скиваться карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1350. Вы со старта будете в хорошем плюсе. И все, мужики. Всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за такое видео 100% можно, пацаны. Потому что мы сегодня сделали плюс 20 тысяч рублей к балику. За это по-любому надо и лайк, и подписку, и комментарий. Все, парни. Всем удачи. Всех люблю.